have ways of blowing things up. Что, ребятушки, с вами Ладушки, Ахтунг, Ахтунг, привет, поехали дальше, Сигналис, я думаю, куда нам дальше идти, у нас есть дверка наверх, мне интересно, что там в комнате ожидания, также мне интересно, у нас сейчас вот этот выжигатель мозга, да, стоит, у нас, нет, стой, shift, все, нормально, в этой комнатке у нас где-то валяется огромнейшая вот эта тварь. Интересно, я ее убил или не убил? Оно так неудачно туда упало. Как... Что у нас, кстати, по патронам? 5 без перезарядки. А, 5 и 2. Стой. Ясно. У нас 2 на перезарядку. Пойдемте сюда. Я просто думаю, что этим коридором мы еще будем некоторое время пользоваться. Мы в прошлый раз нашли вот эту бумажечку. Это был меч. Меч мы отгадали. Сейчас. Я немножечко вспомню, как управление идет. Сюда мы можем пройти. Вернись. Там уже что-то идет. Инспект. Да? Зондерцганг. Требуется ключ воздуха. Требуется ключ воды. Ёперес это. Так, как она у нас обозначится на карте? S-Lock. Вот это у нас будет шорткат в Elevator Lobby. А оно не открывается от стороны или вообще не открывается? Я не помню. Или мне нужен был какой-то этот код, не код. Пойдемте. А, нас убили. Классно. Ну что ж, это наш первый раз, когда нас убили. Я что-то думал, что оно успеет немножечко пройти и загрузить, да? Код ошибки. Профиль. Продолжить. Вот на ресепшене. Подожди. Госпиталь ресепшена. Да, да, вот этот. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ладно. Пойдем все-таки посмотрим, что здесь. Офис. Или как бы сказали британцы, офиш. Меня убили. Я был с дробашом, и меня убили. Красота, да? Так, вставьте пустую кассету, чтобы приступить к печати. Пустую карту, сорян. Требуется чистый ключ. Система доступа. Чисто на секундочку. Я просто не помню, что у нас в инвентаре. Может, он у меня есть. Я какое-то время не заходил. Так. Иди. Не-не-не-не-не. Мне как бы... Вот. Фотография... Модуль зрения. Автоинъектор. Блин, вот, кстати, меня бы автоинъектор сейчас спас бы, если чё. Слушайте. Плита вечности, тяжелый шестиугольник. А оно там не нужно, случайно, внизу? Не, вряд ли. Так, а тебя можно самозажигающаяся противная пиротехническая шашка в химической основе в течение... Давайте я этот...
Автоинъектор себе поставлю лучше. На C-шечку. То есть F. Взять. А сколько у меня остается? Два места, блин. Я все равно ранен. Ремонтный спрей одноразовый. Большое количество. Ладно. Меня со скольких? С трех ударов убили, когда я ранен, получается, да? Замок сломан. Ладно, поехали теперь вниз. Я вообще хотел вот это вот посмотреть, но мне выдали инспектировать другое. У меня стойкое ощущение, что мы можем вот этот вот артефакт туда вниз поставить, но ладно. Вот эта штука тут пусть пока что лежит. Я не уверен, спалил ее, не спалил, что вообще произошло, поэтому... Видите, оно просто такое же... Но там нету... Или там... Черт, я все время пытаюсь на эскейп выходить. Так, автоинъектор, да? Есть еще? Давайте мы на нем проверим. С. А, то есть если не на трупе, то оно вообще не работает. Так мы его пропаливаем до конца, и вот такой обгорелый труп уже, по идее, встать не должен полностью. Вставляем обратно автоинъектор. Будем надеяться, это то, что нам нужно. Дверь открыта. Ей. Шорткат мы себе сделали. Поехали обратно. И по идее мы можем уже не нервничать, что эта хреновина встанет. Здесь просто очень... Кстати. Неудобное. Так, забрать ремонтный спрей. Да, он стакается? Да, вроде как. Ага, рукоятка гаечного ключа. Да, пожалуйста. Рукоятка получена. А я не помню, куда она нам нужна была. О-о-о. Арар. Арар. Универсальная ремонтная реплика Ара. Ара-ара. Я уж не знаю. Так. Нам сюда явно нужно было. Крэнк нам нужен был для чего-то. Я уже не помню для чего. Не для прохождения черепашек-ниндзя. Нет, там крэнк это немножечко. Не. Да ну да. Ключ от насосного отсека, да. Ключ забрали. Может быть, я сгоняю... То есть мне нужно откачать, прежде чем я туда пойду, да? Может, я сгоняю назад, блин, сложу... Открывается с другой стороны. Это, наверное, если откачать воду. Использован предмет ключ от насосного отсека. Загадочка. Здрасте. Ну, хорошо. A, B, C. Инструкция по сливу воды из резервуаров. Когда резервуар А наполнится, добиться ровно равного уровня воды можно следующим образом. Наполните резервуар Б. Затем наполните резервуар С водой только из резервуара Б. Перелейте воду из С на А. Вновь пере... Ну его нафиг. Вот эта инструкция. Так. Как хотите, я это фоткаю. Я увидел тот коммент под прошлой серией. В любой непонятной ситуации просто фоткай все. Это правда. Если вы думаете, что я шучу, то это даже вообще ни разу не шутки. В любой непонятной ситуации. Так. Вот это загадочка, да? Ну пойдем. А что у нас тут второе? Неисправность поводковой дренажной системы. Все модули Ара медицинского крыла.
всем модулям ARA, то есть всем вот этим ARA-ARA, которые там валяются с карточкой. Автоматическое компенсирующее насосы для нашей системы все еще неисправны, из-за чего потоп может произойти при меньшем, чем обычно, уровне воды, поскольку в данный момент мы сосредоточили все ремонтные усилия на лестничной структуре восточного крыла, давление в тренажной системе придется выравнивать вручную с пульта на станции управления насосами. Дима, мы этим сейчас и займемся. Чтобы откачать воду, убедитесь в том, что в резервуарах А и Б одинаковый уровень воды, а резервуар С абсолютно пуст. Чтобы откачать воду, убедитесь, что в А и Б одинаковый уровень, а С абсолютно пуст. Уровень воды в резервуаре отражается на пульте управления. Жмите на кнопки в нижней части пульта, чтобы перекачивать воду с помощью пневматической системы. Добиться равного уровня воды в двух резервуарах будет непросто, потому что таким образом из резервуара можно перелить только всю воду, если принимающий резервуар есть место. Поскольку насос не работает, самостоятельно заполнять воду, самостоятельно заполняться будут только резервуар А. Так, еще раз, наша задача в резервах, чтобы откачать воду, убедитесь, что в А и Б одинаковый уровень, С абсолютно пуст. Ага. Восемьсот, 500. Отсюда я забрал 800, там осталось. Подождите, нет, так не сходится, оно ж. Там осталось 400, это я вижу. Но это же. Правильно, это же неправильно, да? Сейчас, если я солью сюда, тут останется 300. 500 плюс 400, это 900, здесь будет 800. Мне нужно будет как-то... Видите? Ага, здесь теперь 700. Четыреста плюс 200. Так, мне кажется, что куда-то в правильном направлении идем. Тут сейчас 200. Если я сюда залью, он будет полный, да? Нет, не полный, 500. Это не нажмется, пока у них не будет поровну вот тут вот по... Получается, по 600 или... То есть мне получается B и C сейчас как-то надо поменять местами, но как это, скотина, сделать? Вот он, одинаковый уровень по 500. Не, нужно, чтобы по 600 было. Вон то внизу распределение. Мне нужно его как-то... По 400. Так, подожди. 500 плюс 400 получится 900.
Тут останется сотня. Я, по-моему, сейчас фигню сделал. Я еще к тому же с кнопками, блин, путаюсь. Они тут так тупо... Ну, не то, что тупо сделано, но... Это вообще ни разу не логично. Вот. Вот это выливаем обратно. Это вливаем в С. А сколько здесь? Получается 500. Если мы это вольем, оно просто будет полное, да? Нет, не полное. Нам нужно отфильтровать шаг в 200 или в 100. Сейчас посмотрим. Я понимаю, что я сейчас по кругу их фильтрую. Мне нужно отмерить шаг в сотню, чтобы разделить вот это вот. Тогда я смогу их перелить. А, но шаг в сотню, оно не... Ну... А, погоди. Сюда. Это шаг в сколько будет? Подожди. А, если я сейчас сюда захреначу... Я опять сделал неправильно. Я и перепутал кнопки, опять сделал неправильно. Сейчас. Сорян, ребят, тупняк. Это сюда. Вот эти кнопки справа и лево, пожалуйста, не перепутай их. Так, ну я себе это говорю. Это сюда. Из B в C заливаем. Там 500 и... Вот это сливаем в А. Вот это сливаем в С. Вот это сливаем в Б. И получаем шаг в 300. Не надо в рифму, пожалуйста. Шаг в 300 получим... Сейчас, у нас тут получается 200, и там 200. Здесь 800. Сейчас. Не, погоди, 200. Не-не-не-не-не-не. Да, 200, и я сейчас сюда... Да, подожди. Вроде как складывается вот так. А и Б. А С, чтобы был полностью пустой. У меня такое ощущение, что разгадка где-то рядом. Если я сейчас перелью, там будет 700. Тут останется 200. И там будет 700. А, ну-ка... Заливай. И... Нет. Это не то. Или то. Сейчас, секунду, ребят. Это дурдом. Сейчас. Надо еще подумать, секундочку. Я понимаю, что, наверное, это гораздо легче со стороны вам сейчас смотрится, чем то, что я сейчас делаю. На самом деле, такие загадки на логику, они... Короче, фишка в чем, что ты не понимаешь, потом оно у тебя щелкает в голове, и ты вдруг понимаешь. Но вот до вот этого щелк, оно так отвратительно смотрится. А, так, давай мы тебя еще сюда подольем. Получим 400. Сюда мы зальем 500. Так мы получаем 700. На 700 нам нахрен не надо, потому что...
Вот это идет нафиг. Вот это сюда. Ну и типа я сам себя загнал в тупик опять, потому что мне вот это вот нужно разделить на два каким-то образом. Давайте я подумаю, как это решается, и потом вернемся. Так, ребят, продолжаем. Скажу вам честно, я просидел на этом еще минут 10. И, ну, блин, оно, в принципе, да, логично, но я не додумался. Извините, пожалуйста, но я пошел посмотрел развязку в Ютубе. Чисто на этот пазл, оказывается, на него есть отдельный там 44-секундный видосик. Оно решается в 3 или в 4 хода буквально. Вот, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Ну, то есть, я обычно люблю хорошие логические загадки. Вон, например, с Моргом, ну, там было прикольно поотгадывать все, но здесь это прям, вот, что-то прям за гранью. Вот так оно решается. Я не буду вам показывать всего процесса. Я же говорю, буквально заходите в ютубчик, там видео на 40 секунд, по крайней мере, первое, на которое я тыкнул, потому что я не хотел себе спойлеров, я не хотел заходить в прохождение какие-то большие, мне это все не надо, я сам делаю прохождение, мне интересно пройти игру, но вот этот водяной пазл, ну, это прям какой-то вот трындец, я не знаю. Ну, оно как-то вообще не хотело решаться. Сорян. Так, эта штука ко мне уже не хочет заходить. Открывай с другой стороны, значит, сюда заходим. Ты не встанешь уже, тебе нормально? Ты там наелся и спишь, да? Угу. Извините. А где я? Затопленный коридор, там ходит какое-то чмо. Ключ. Ключ воды! Блин, мне надо было пойти предметы выложить. А я не могу уже выйти отсюда, да? Охренеть! Ремонтный патч, нет места. Ключ огня. Я ключ огня не выложил! Твою-то за ногу! Ключ огня, ключ воды, рукоятка. Блин, мне сюда за ремонтным патчем надо... Я сейчас перезарезу дробаш, и у меня будет место... А ты тут одно было, не одно? Ремонтный патч 2, прикольно. Получен. Может мне его... Давайте я его заюзаю. Посмотрим, сколько мне вылечит один. Стойте, а это что, сральники, что ли? Затопленные. Посмотрим, сколько мне вылечит один. Потом, если что, заюзаю второй. Оно на самом деле будет не особо страшно, если я это сделаю. Затопленный коридор. У меня 5 патронов осталось, это немножечко страшно. Вот что немножечко страшно, на самом деле. Лестница. Открывается с другой стороны. Фух, блин. Давайте я схожу, ключи положу, пока у меня есть возможность вернуться. Пайпс, лобби, да, давайте через верх. Потому что меня за ногу не цапнет, можно прям по лицу ему ходить. Ключ огня, ключ воды. Мне там этих ключей нужно было то ли 5 штук, то ли что такое. Один из них в черепе, вон там, скорее всего, это то, что мы видели. Что у нас по хилочке? А нас это вылечил, этот патч. Хорошо. Тогда, давай я вот эту штуку оставлю здесь. Один ключ, другой ключ. Рэнч у себя оставлю, третьих у меня осталось, одна хилочка у меня осталась. А сохраняться я, наверное, пока что не буду. Нужна чистая карта, там говорили. Ну, хорошо. Поехали исследовать. Я из-за того, что я протупил с этим, с храмом воды... Там, я не знаю, поклонники Зельды меня поймут насчет храма воды. Да, я сделал
Сорян, немножечко подольше. Пойдем еще немножечко поисследуем, потому что это очень интересно. Патрошки. Пистолетные, 5 штучек. Хорошо. Чистый ключ, да. Отлично, 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 прям отлично. Это то, нам как раз говорили, типа, вставить чистый ключ. Не вставай. Тут есть свое сохранение. Я чуть-чуть до сундука не дошел, ты прикинь. Шокер одноразовый, 2 штуки, да. Тогда давайте мы реаниматор выкинем пока что в сундук. Оставим себе разовые шокеры. Это нас больше спасет, так скажем так. Ты у нас идешь в сундук. Может тогда... Сколько? У нас места вообще не осталось. Давайте я тогда еще пистолетные патроны сложу. Да, и чистый ключ тоже сложу. Потому что чистый ключ мы там будем с компьютером использовать. Хорошо. Блин, пока что идет все прям замечательнейшим образом. А вот и ключ от смотровой. Да, конечно. Ну, прям угостили так угостили. Там у нас еще 2 дверки. Пойдем немножечко посмотрим. Мне бы очень не хотелось, чтобы вот это говно встало. Не хочу тратить еще патроны шотика. Забрать предмет видеокассета. Да! Они тут так выглядят, видеокассета. Это мы сможем посмотреть, у нас есть... Так, сюда мы не сможем пройти. У нас есть видачок. Патроны для пистолета. Скажите мне, что это... Патроны для что? Ключ, патроны. Мне на самом деле очень повезло, что я... Блин, я бы сходил, сложил, пока мы недалеко. Заодно ту дверку пощупаем. Очень повезло, что я с шотиком на них пошел, а не с пистолетом был. Потому что давали патроны на пистолет. Там... мелькнуло, что закрыто, да? Да, хорошо. Если бы я был сейчас с пистолетом, мне было бы прям не очень хорошо. Так, видачок положим туда. Ключ от смотровой. Не знаю, с какого мне понадобится. Патроны для пистолета. Тоже 10 штук, кстати, оставляем. Блин, может термошашку тоже оставить нафиг. Давай пока что оставлю. Я все боюсь, что мне эта рукоятка где-то понадобится, поэтому с собой таскаю. Ладно, 3 места. Я сейчас пока что возьму клевые патроны для револьвера, я так понимаю. Ну, то есть во всех резидентах патроны для револьвера это было что-то редкое, что-то интересное. Не вставайте, ребят. Лежите, я сам открою. Патроны 12 мм получены, отлично. Интересно. Мне нужен гаечный ключ подходящего размера, чтобы демонтировать решетку. У меня есть только ключ-карта, чтобы... У меня есть только рукоятка. У меня есть только рукоятка. У меня самого ключа не наблюдается. Ну-ка. Форма жалобы. Дата заполнения. Полный идентификатор протектора модуля, подающего жалобу. Реплика, статус персонал, медчасть, полный идентификатор протектора вовлеченных модулей. Реплика, дата, время происшествия, все время, медицинское крыло. Описание. Эльф постоянно пользуется моим гаечным ключом и куда-то девает переходник на 10. Это такая отсылка, типа, что 10 мм десятка всегда теряется. А на меня наложили взыскание за то, что я не отремонтировал вентилятор. Вентиляция на нижнем этаже, но я не могу демонтировать
смонтировать решетку без переходника на гаечный ключ с гнездом 10 мм. Я знаю, что он так делает специально. Эльф постоянно пользуется моим гаечным ключом. Да, кто бы это мог быть? Эльф. Не вставайте, твари. То есть вы мне предлагаете потом сюда вернуться за этим ключом. Два ключа у меня есть, третий я нашел. Блин, ты не встал. Четвертый у нас пустой. Полезли отсюда. Так. Давайте тогда немножечко пораскинем башкой. Во-первых, мы можем кассету посмотреть. Во-вторых, мы можем сделать ключ. X-Ray, я еще не знаю. Давайте мы сходим сейчас, вытащим кассетку. Сходим ее посмотрим. Не знаю, исчезнет она у нас из инвентаря или не исчезнет. И, кстати, возможно, кассетка нам даст понятие, что происходит вообще. Один из ключей валяется в X-Ray. Миллиметровые. Давайте я пистолет перезаряжу. Там один патрон у нас останется, да? Да. Его перезарядить можно было с этого. Я уже только сейчас это заметил, ну ладно. Может быть, я пока дробаш положу? Хотя, черт его знает. Патрон миллиметровый. Вот эти патроны надо сложить, это точно. Ключ, шокер. У меня остается два места. Мне нужно... Да, кассета. Три ключа мне есть. Огня, воды и чистый ключ. Давай сюда кассету. Сокет пустой, носитель осознания. Так. Не, вот это. Рукоятка универсального гаечного ключа, защелкивающаяся для стержней. Давай я его пока положу внизу, и если что, его можно из ящика будет достать. Пойдем пока что к видоку сходим. Пистолет... Тварь внизу не встала, надеюсь. Я вообще сюда пошел или не сюда? Сюда. Так, дневник. Это мы все читали. Использовать этот предмет, видеокассету? Да. Используем предмет, отлично. Кассетте. Канал AV. Серьезно, я в видеокассете могу играть? Спасибо. Может, я что-то найду? Все, что я нахожу в воспоминаниях, потом остается у меня в реальной жизни. Если я найду сейчас пачку патронов на сиденье. Блин. Что ты мне оставишь? Ты мне ключ оставишь? Да? Забрать предмет ключ золота. Да. Получим предмет ключ золота. Вот. Так вот необычно. VCR плеер больше не нужен. Так. Что у нас здесь есть? У нас есть, по сути, ключ... с которым мы можем пойти. Не вставайте, я так пройду, спасибо. Мне кажется, что это ключ туда. Сейчас пойдем чекнем. Нафиг.
На ключе мог сразу, кстати, чекнуть пойти. Он у меня с собой. Я из соображений безопасности его с собой взял и забыл. Красавчик, в общем. Вот сюда. Используем предмет ключ от смотровой. Он исчез из инвентаря? Да, исчез. У меня осталось, по сути, оружие и одна аптечка. Еще 4 места под предметы. Тогда... У нас только одна желтая дверь, да, по сути? И S-Lock. Ну, пойдем. По идее, серии тоже пора заканчивать, но здесь, возможно, будет что-то интересное. Так, это у нас автоинъектор, да, пожалуйста. Десяточка. Здрасте. Получен. Совместим сейчас. Монтажная пена быстрого действия. Поскольку план нормировки рационов снова изменили, у нас образовалась нехватка быстродействующего ремонтного спрея. Оказалось, что мы можем производить его сами, соединяя коагулянт К с обычной полиуретановой монтажной пеной. Коагулянт К. Это опять же крафт, как в Резиденте, да? Пусть он расширяется не так хорошо, но мгновенно твердеет и отлично затягивает раны, пока ремонт недоступен. Быстродействующего ремонтного спрея, понятно. Вы можете использовать обычные ремонтные патчи для реплик, поскольку они являются хорошим источником коагулянта К. Достаточно просто объединить их с обычным ремонтным спреем. Так, если мы берем ремонтный патч, простой, маленький, и объединяем с ремонтным спреем, которого я пока что, наверное... Это вот эти... Сейчас, погоди. Вы мне хотите сказать... Ремонтный спрей. Со временем восстанавливает большое количество. Вот этот у меня один. Давайте я сейчас так. И рукояткой где-то мне тоже объединить надо. Вот это соединить с вот это. Супер. Теперь вы хотите сказать, что вот это соединить с... Ага! Я понял. Ремонтный спрей плюс получаем. Мгновенно восстанавливает умеренное количество. То есть... Он у нас быстро восстанавливал. Стоп. Вот. Со временем восстанавливает большое количество. А этот быстро, но умеренное. Если смешать с пеночкой вот этой маленькой. Маленькая пенка, она вообще восстанавливает чуть-чуть и за какое-то время. Угу. Мгновенно восстанавливает умеренное количество. А тут у нас... Пойдем, я, наверное, все-таки уже заберу, потом сохранимся. Я не знаю, что еще может случиться. Не встаете пока что. Ну и молодец, ну и лежи. Ты тоже не особо дергайся. Может быть, по вот этим голограммам можно понять, какой из них скоро встанет? Использовать, да. Забрать. Получен. Все, до свидания. Наша встреча была ошибкой. Не будет скримаков, не будет прыжков в лицо, не будет никакого вот этого вот говна.
Сколько раз мимо вот этого пробежал, мне кажется, это было правильно, что я его сжег. Так, подождите, а что насчет... В рентгене тоже ж есть какая-то загадка, наверное. F. Сколько там надо ключей? Пойдемте посчитаем. Чтобы я уже представлял, что нас ожидает в следующей серии. Сколько я вижу? 5, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ключ огня, ключ земли, золото, воды. Нет. Пять надо. Что ж такое жесткое ограничение на такую дверь? Мне кажется, что... Хорошо, у нас есть огня, воды, воздуха и золота. X-Ray. Он нам должен просто сказать, какой ключ делать. Так я понимаю. Предметы, я их подобрать не могу никак. Я просто не знаю, как будет выглядеть крафт ключа. Мне просто нужно будет выбрать материал, который мне надо, или... так, стоп. У нас есть огонь, вода, воздух и золото. Берем чистый ключ. У нас есть огонь, вода, воздух и золото. Сюда мы вставляем чистый ключ. Да. Ребят, вы не поверите, но у меня он сфоткан. Он у меня сфоткан. Мне нужно... так. Подожди, с W? Вот срезанный уголочек внизу, да? Да. Хорошо, значит, вот этот. Вот этот. Сюда. Стоп. А почему? Назначить схему. Подождите. Тут, ну, оно не сходится с тем, что у меня сфоткано. Назначить схему. Выберите начальный узел.
Ну, давай он будет здесь. У меня есть 8, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, вот эта схема. Ну, похоже, да. Подтвердить вы... Ты дурак, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Напечатать схему, так? Ну, оно сходится, по идее, с тем, что у меня здесь сфоткано. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. А почему пятая не отобразилась? Ну, пойдем чекнем. Пробуем. Мне трындец как интересно просто, поэтому... Я думаю, что нам стоит бы сейчас это все вставить. Просто чтобы понять, работает или нет. Я потом ночью не смогу спать, вы чё? Использовать предмет ключ огня, да. Использовать предмет чистый ключ, нет, подожди. Да. 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 Чистый ключ? Да! Я правильно собрал эту штуку. Да! Есть! Я туда не пойду. Это самый большой клиффхенгер, наверное, блин, эта штука начала мигать. Это самый большой клиффхенгер, который будет на следующей серии. А эту серию мы сейчас сохраняемся, заканчиваем. Я ее сделал гораздо длиннее, чем все предыдущие. Я же говорю, частично потому, что я перемудрил с ключом, ну не ключом, с водой, с водяной загадкой. Она, я не могу сказать, что она глупая, не могу сказать, что она какая-то тупая. Просто вот у меня не щелкнуло. Как я до этого говорил, что ее собираешь, 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 потом она щелкает. А она у меня не щелкнула. И, к сожалению, мне пришлось ее подсмотреть. Ну, зато все остальное вроде как решили, сделали сами. Не то, чтобы тут было много чего смотреть, но все же. Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.